Всем привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И сегодня у нас будет праздничное видео в честь того, что на моем канале стукнуло 300 тысяч подписчиков! Может, вот эту блестяшку снять? Оно подняли, я вот так это, оно это... Тут даже нету дырочек, чтобы оно оторвалось. Как оно должно? Надо снять эту фольгу хотя бы нижнюю. В честь того, что на моем канале стукнуло 300 тысяч подписчиков! Тут пускай тут света, я не могу, блин, ее открыть, все, блин. Он у меня и это соскальзывает, и это течет, это, я не пойму. Ура! Ура! Аккуратно, аккуратно, бокалы не повали. Ну давай, загадываем желание. Стой, не дуй. Загадываем желание, чтобы на нашем канале, я вслух загадаю, чтобы на нашем канале очень быстро было 1 000 000 подписчиков. 1 000 000! Так, сегодня, да, как вы поняли, у меня гости. Конфетти у нас еще не получилось. Кристина должна была взрывать эту хлопушку. Зачем ты все рассказываешь? Да потому что все понятно будет, потому что я ее сама взрываю. Дай чуть-чуть, давай, я тоже кину. Кристина, давай. По всей квартире у меня тебя. Давайте, конфетти тоже. Давайте. Давайте, давайте, идите сюда. Давайте. У нас мини-праздник. Так. Мини? Мини. Давай. 300 000. Так, конечно же, я пригласила моих девочек, моих крошечек. Это мои, можно сказать, детки. Детки-блогеры мои. Филиалы. Да, и, конечно же, мне хочется эту радость разделить в первую очередь с ними. И, конечно, пожелать, чтобы на их каналах тоже было все больше и больше, росло, привлекалось. Я ссылочки на девочек оставлю под видео, обязательно загляните, посмотрите. Мама Чоли, блогер, представляете, да? Все удивляются, когда я говорю, у меня мама блогер, все такие, мама блогер, да, ничего себе. Человек вот зарабатывает дополнительную зарплату, это очень-очень круто. Крестюшка тоже уже со мной практически с самого начала. Сколько твоему каналу? С самого рождения. Нет, она со мной с самого рождения, но канал, уже твоему каналу сколько лет? Лет 5. Уже ничего себе, и постоянно ведет канал, постоянно что-то экспериментирует. Мы сейчас думаем над названием второго канала. Кристина все время меняет жизнь, меняет название каналов. Ну, короче, в общем, все весело, все растет, и я желаю нашим каналам процветания. И спасибо большое вам за то, что вы все это время с нами, любите нас, поддерживаете нас. Это реально очень важно. А сейчас мы будем, что мы будем делать? А, у нас конкурс сегодня будет. Я сейчас вам покажу, что я разыграю, какие коробочки. Или мы сначала покушаем, а в конце потом разыграем? Да, я кушать хочу. Давай покушаем. Подожди, всегда нужно покушать, загадать еще над бокалами, над водой, нужно пожелание сказать тебе, процветание твоему каналу, за то, что ты такая вот яркая, целеустремленная. Пашешь, не покладая рук. Извините, твое это, она нас... Твой чей канал, давай, за то, что ты несешь добро, радость людям. Думаю, ставишь многих, не некоторых, а многих на ноги, также направляешь, у тебя что-то есть выпуск, там, школа. Школа блогера, да, кстати. Поэтому, Селена, всесторонняя Селена. Всесторонняя? Считаю, тебе надо тоже переименовать. Ура, товарищ! Ура! За твой канал. Спасибо. За твоих подписчиков. Да. Которые всегда с тобой. Пусть подписчики множатся, размножаются. Пусть дети рождаются. Только вверх. Растите. Да. Спасибо еще большое. У-у-у. А теперь кушать. А теперь кушать. И я тоже. И ты тоже. А, и ты тоже чокаться. Малыш. Тырин. У нас такой здесь мини-стол, мы заказали роллы всякие разные, тортик мой любимый, в 3 орешка заказала, просто бенефит. Бенефит, по-моему, называется. Обожаю его, и девочек буду угощать, кто не пробовал. Мам, ты пробовала? Нет. А я на день рождения Деньки дома, когда мы отмечали, брала его. Ну, значит, пробовала. Да, а Кристина не пробовала, Кристина обязательно попробует. Короче, давайте перекусим и будем тортик кушать. Ах, приступим к поеданию роллов. И что, я вас пригласила же не просто так в гости. Чего, подарки буду дать тебе? Давай. Да, сегодня будет конкурс. Давайте сейчас мы покушаем, чуть поболтаем. В конце я покажу вам такие, можно сказать, бьюти-боксики, которые я подготовила для вас.
Мама, кстати, роллы, по-моему, не любит, насколько я вижу, это всё. Я нет, я чуть-чуть могу поесть, но только вот без вот этой черной вот этой штуки. Так там есть черная штука. Вот здесь вот нету этой черной штуки. Она внутри есть, посмотри, лесное. Вот она. Мочоли лесное. Они же заворачивают туда это. Ну, я их много не ем, потому что что-то вот эта вот черная штука, она у меня не переваривается. Я роллы заказала новые, как бы, которые, ну, домой особо не заказывала. Зеленушку. Васаби. Остренькая васаби больше. Нет, вот остренькая нет. А вот это что это за ролл? Я не знаю, мам, это какой-то у них новый сет появился, давай попробуем. Но это не сладкие, да? Да, не, ничего не сладкие. А я вижу вкусно, как горячее. Это все море здесь, морское такое тело. Горячее. Да, они запеченные. А-а-а. Запеченные. Ну давай ты попробуешь, а я пока вот то, что я знаю. Попробуй. Божественно. На наши именины. Спеклась. Я на самом деле давно хотела снять видео, типа мукбанг, мы кушаем и болтаем. Только тему не подготовила. И расскажите, девочки, что новенького у вас? Да что вот это вот мы едим? Давай, ладно, попозже. Короче, мы сейчас покушаем и вернемся. Если не знаете, подожди, можно? Если не знаете, как отводить поклонника, пойдите с ним, поешьте роллы. Большие, где делают роллы. Вот такие прям. А если ему наоборот нравится, такой девушка, поедающая огромные роллы. Молчи. Девушка, которая молчит. Я так и не поняла, что там. Мама, все. Надо еще съесть парочку. Так, роллы мы практически уже доели. Режем тортик, потому что Денечка тортик захотел. Хочу. Я уже подзабыла, там внизу. Хочу. Там идет наш бисквит такой. Да, печенюшный бисквит, да. Печенюшка. Потом все это, внизу бананы, прям вот, с карамелью. А сверху это чиз, и он очень вкусный. Это очень нереально торт вообще. Так, Денечка, тебе надо ложечку. Давай. Спасибо. Зачем? Мы уже порезали. Короче, мы поели. Не стали мы снимать, как мы едим роллы, потому что реально напихать вот это в полный рот, да? Мам, тебе как вообще роллы понравились? Ты мне не особо любитель роллы. Понравились, но я, тем не менее, их съела штук, не знаю сколько. Несколько. Немного, да, съела? Ну, по две вот я все попробовала. Смотрите, какой красивый торт. Блинка, какой я уже. Так, я так и люблю. Да, мама пробовала, я пробовала, знаю, что вкусно. Давайте крестинку послушаем. Да я вижу уже, это вот моя любимая все содержимое. Тут получается внизу вот эта печенька, потом карамель, потом что-то еще, банан, крем. В общем, вкусно, я сказала. Сочетание офигенское. Вообще, казалось бы, банан, да? Банан, карамель. Я вообще не любитель фруктов в тортах. Ну, как бы, не знаю почему, а банан прям сюда подходит. Угу. Ну, здесь вот это все хорошее сочетание. Так, а тесто тут вообще чуть-чуть. Посмотри, какая тонкая. Так это даже не тесто, а печенье. Удалось мне тебя удивить? Ну, там тает просто. Ну, посмотри, я уже съела все. Вообще, хорошее сочетание. Аромат какой. Ну, я рада, девочки, что вам понравилось. Так, все, мы кушаем. Чай, мы чаю не пьем, да? Мы сок пьем. Чай не надо или сделать? Сок пьем пока. Все, не хочется. Давайте покушаем, потом я чуть приберу и покажу девочкам, что я собираюсь разогревать. Так, ну что, девочки, мы поели. Мы поели. Теперь Кристина еще ест. Мы с мамой поели. Чаек уже пьем, чаек сделали. Я решила показать вам один. Девчонки, не нашла я, честно говоря, коробки, в которой все, ну, все это поместится, что я сюда положила. В принципе, коробочки не такие прям большие, огромные, да, но главное, что все собранность было здесь от души. Одну коробочку покажу, таких у нас три, у нас будет три победителя. И после того, как я покажу, я расскажу вам о условиях конкурса. Так, смотрите, что у нас здесь идет. Первое, что я вам хочу сказать, это у нас идет тушь. Тушь это Faberlic, это новинка. И сейчас, кстати, мои глазки накрашены именно этой тушью. Тушь мне очень нравится, она реально увеличивает... Ну, короче, она это эффект накладных ресниц. Это новинка, и я вам решила ее тоже подарить. И себе такую взяла. Короче говоря, тушь. Пробовал кто-нибудь новинку, девочки? Посмотри, ресницы какие классные. Два слоя всего лишь. Мне нравится, что она разделяет реснички все эти. И не, ну, не склеивает их между собой. И вот тут много туши не кладется. Потому что я не люблю, честно говоря, тушь, где мазнула, и все, блин, там мучайся, теперь разделяй все это. А чем больше разделяешь, тем больше туши остается. А это нет, она очень аккуратненько делается. Я и думаю.
Почему у тебя такие большие глазки, девочка? Да, для меня эта новинка, я брала как раз для вас, и мне очень понравилось. Так, вот такая тушь идет каждому из трех. Дальше, смотрите, это вот сейчас и то, что вот я прям, мне нравится супер-пупер. Обязательно. Мой любимый, кстати, что он в пакете здесь? Может его разобрать? Не надо, пусть. Это ж ты не открывала, потому что... Спрей, да. Я сейчас принесу просто свой спреем, которым я пользуюсь. Часто мне говорят, Селена, чем ты там волосы пшикаешь свои. Я пшикаю волосы вот этим спреем. Он с кератином и, главное, он с термозащитой. После него волосы хорошо расчесываются и можно сушить волосы. А что я буду показывать? Ну... Вы много уже кто смотрел? Да, да. Мои преданные подписчики, да. Селена пользуется, попробуй тоже. Вот такое. Так я дарила себе же. Ну и дарила, ну вот. А потом, как она пришла ко мне, а у меня все закончилось, и я так плакала, и она у меня оставила его. Забыла в итоге, да, но его уже нет. Я уже заказала новые. Так, смотрите, вот. Это вот этот спрей, о котором я говорю, и которым я уже год пользуюсь, и он мне очень нравится. Второе, это сухой шампунь. Кстати, сухой шампунь у меня закончился сегодня. Мне нравятся Фаберлики, сухие шампуни. Это всегда, девочки, во-первых, если вдруг не свежая голова, куда-то идти, быстро пшик-пшик, красотка. Это один момент. Второй момент, летом, когда потеет голова. Крысина ест? Прячется. Когда потеет голова, очень быстро. Вот только помыли голову, я там помню, на фотосессию собиралась. Все, приходим, у меня уже жирная, мокрая голова. Сухой шампунь спасает. Это вообще, мама, тема для тебя, для тех, у кого быстро жирнеет голова. Вот представь, что тебе нужно срочно снять видео. Отключили воду, отключили свет, не знаю, у тебя нет возможности помыть голову именно тогда, когда ты хочешь. И что тогда на выручку тебе идет? Сухой шампунь, пшик-пшик, и ты такая, хренакс, как будто голову помыла. И снимаешь себе видео спокойно. Короче, это должно быть в доме, ты понимаешь? Ну, понимаю. У тебя есть? Нет, но я закажу, если надо. Конечно, закажи обязательно. Девочки. Или выиграю подарок. У меня, кстати, да, одно условие, что вы не участвуете. И все мои знакомые. Вот так всегда. Кто прям не знает меня, прям мои подруги, не участвуют. Потому что, ну, как бы это будет нечестно. Троюродные, даже которые там косвенно тебя. Нельзя. Не, если я кого-то знаю и меня знают, то все, уже не участвуют. То есть чисто мои зрители. Чисто мои зрители, короче. Так, дальше, что я вам могу еще предложить, это обалденная, можно? Да, это обалденная свеча, она ручной работы, из пчелиного воска, она очень полезная, я каждой в коробочку положила вот такую свечку, и она, я все положила с новогодней тематикой, вот елочка зеленая, у кого-то там другая штучка, но сам факт, что когда вы ее зажигаете, она излучает, ты фокус пытаешься? Она излучает, в общем, какие-то специальные там масла или что-то, да, то, что, я просто не помню уже, да, оно обеззараживает пространство, очень хорошо влияет на, короче, наши внутренние органы. У меня таких очень много разных свечей, да, всяких разных, у них очень много девочек. Здесь как соты, и здесь как соты. Да. Это именно тематическая. И как пахнет, господи, медом, понюхай. Сразу захотелось понюхать, да? Да говори подарок, да, придется аккаунт создать еще. Левый, да? И как ты назовешь его? Я... Беспалево как-то, Крис, тоже. Я люблю Вселенную. Типа такого. Так, короче, свечка такая, обязательно попробуйте, посмотрите. Кстати, на коробочке, в которой я пришла, здесь даже есть логотип вот этой ручной работы, где можно это дело заказать. Также в Фаберлик я заказала вот такая вот бомбочка, чтобы вы прекрасно себя чувствовали, сделали себе ванну, вспомнили меня, понимаешь? Я хочу, чтобы у вас ассоциации со мной были только релакс и кайф. И вот эта обалденная пена. Пахнет супер, тонизирует. У меня точно апельсин. Такая же. Да. И это тоже у нас апельсин, оранж. Короче, я когда принимаю ванну, что-то такое бросаю и обязательно вот такую пену. Вот это тонизирует. Еще у меня есть банановые, они очень вкусные, Фаберлик. Вот, короче, каждый тоже идет такое. Так, еще что. Не так давно я тестировала как-то наборчик с такими лезвиями женскими, девочки. И, ну, в этом наборе было много разных лезвий, и я подумала, что, может быть, вам хорошо было бы попробовать кто-то, да, новинки я какие-то показываю, а, ну, зачем заказывать наборы там или еще что-то. Думаю, я каждый положу вот такое вот, такое как бы лезвие.
лезвие для девочек, для бровей, для усиков. И вы заодно попробуйте, смотрите. Как тебе понравилось? Слушай, мне понравилось, когда я куда-то выхожу, и у меня нет возможности прям, знаете, перед выходом дергать там усы свои, усы, или там что-то подубрать где-то, да, много пушка, например. Я беру такую штучку и аккуратненько раз-раз-раз, и все. А проще бритву взять? Не покрасни. Этим удобнее. Этим удобнее, во-первых, да. С собой можно брать. Кстати. С собой можно брать, они тоненькие, вот крышка. Просто. Да, крышка есть. И раздражения нет, когда ты бритвой пробовала. Да. Пробовала я бритвой, так ну, скажу. Да, нужна вода, там пенка. Ну, можно без пенки, можно на сухую, но может раздражение быть. А здесь оно вот специально раз-раз, аккуратненько. Да. Короче, классная. Каждый тоже такую положу. У кого-то будет беленькая, у кого-то будет розовенькая. Такая мини-бритва, которую вы сможете попробовать. Так, что у нас идет дальше? Конечно же, фикс прайс, да? Я как королева фикс прайс. Фикс прайс. Когда-то мне сказали, что фикс прайса у меня много, и я его так люблю, что можно, в принципе, уже корону фикс прайс вешать. И, конечно же, мои любимые носочки из фикс прайса. Это такие новогодние, беленькие, они очень мягкие, у меня такие есть, я в них хожу. Да, продавались в коробочке. Каждый положу, девочки. Так, дальше, что еще? Что еще? Из ухода я вам, конечно же, положу масочку. Это все корейская у нас тема. Вот такая масочка, это жиденькая, да, ну она мягенькая там. Кремообразная. Из набора, да, которая мне очень нравится. А, здесь все на корейском написано, короче. Да, я так ее пользуюсь, применяю. Она офигенская. Вообще серия Кусик офигенская. Вот, вот вам и пожалуйста. Там у них какая-нибудь зимная пенка, ой, эти. Ну, короче, классная. Ну, ее хватает на 7 раз. Я открываю. Одну? Блин, ну я всю не знаю, может, если слой наложить. Я первый раз, конечно, попробовала всю выложить. Но я на самом деле на отдых беру такую и открываю по чуть-чуть вот там. 7 применений в одной. Да. Кладу каждый от Кристины, лайфхак. Так, это раз, попробуйте, обязательно корейская классная штучка. И, девочки, помните, та-дам, я как-то тестировала, это Red LED маска. Это маска, которая светится в темноте. То есть вы сначала ее, ну, она увлажняет здесь всякие питательные вещества, прочитаете, да, кладете эту масочку, она там со всякими разными вот такими вот, я даже сюда, может быть, вставлю кусочек, какая-то масочка была, с вот такими цветочками, и эти цветочки, они набирают у нас свет, да, когда мы там подсвечиваем фонариком каким-то или еще что-то, и потом в темноте, то есть она светит. Фосфорная, что ли? Она не фосфорная, нет, у нее вот прям за счет вот этих вот штук, короче, все там работает очень круто. Но я просто подумала, что вам будет прикольно попробовать такую новиночку интересную. А то на Новый год, если вы не успеете сделать грим, надели и все. А что, тигренок тут или нет? Просто маска, да? Здесь тоже у нас все по-английски написано. Я все-таки хочу найти этот. Если что, в интернете почитайте. Не написали они, что здесь это какое. В интернете или обзор посмотрите. Фосфор не написали, но он здесь есть. Да нет здесь фосфора. Он не светится прям в темноте. Там, чтобы увидеть, как она светится, нужно взять эту лампу синюю. Под синюю светится. Еще я хотела сказать, ты говоришь, я принимаю, сразу представила, как из воды такой пар идет, знаешь, так, как и, сухой и лед. И Селена, как джин вылетает. Да. Главное, чтобы сухой лед. Главное, чтобы сухой. Так, ну и конечно же... А это с фосфором такой. Сомнительный бьюти-бокс. Опасно дарить? Отдай мне. Хороший бьюти-бокс. Никто не участвует. Еще, девочки. Вот такая косметичечка идет. У меня такая желтая. С розовой, с молнией, силиконовая вот идет. Вот очень удобная штука вот, с собой, в маленькую сумку. Да, вот эта розовая с желтой молнией идет. И третья, она не силиконовая, она вот такая, как ну, кожзам, с белой молнией идет. Вот, такая раз, и вот так вот вам туда засовываете. Да. То есть кому что попадет, да, то есть я их... Ну, они обе классные, одна и вторая по-своему. Да. Так, ну что, вот такая получается коробочка, смотрите. Вообще, я обожаю такие тут мини. Мини-мини. Я тут сюда губную положил, маленькое зеркальце, губнушку. А губнушку маленькую. В общем, все так, в поход. Давай вот сюда. В кино. Вот такой бьюти-бокс, да, я еще не все положила. Мы сюда кладем вот это. И еще не вот это, вот сюда. Вот это кладем сюда. Все, вот такой вот бьюти-бокс, я его наполнила. И он отправится одной из моих подписчиц. В общем, давайте подведем итоги и как же у нас будет все-таки выбираться победитель. Нашмешала. Короче говоря, условия будут такие.
так как мне хочется, чтобы вот именно вот эти вот бьюти-боксы к Новому году, я обещаю, что еще будут обязательно розыгрыши, интересные, классные, полезные. Вот, просто времени сейчас очень мало, я собираюсь, работаю, короче, голова загружена, поэтому я бы подготовила вам еще круче бьюти-бокс. Все равно, у тебя очень крутой подарок. А другие, у которых миллионы, одна кепочка дарят, или одну маечку дарят. Серьезно, это кого-то смотришь? Ну, смотри, он там в блогерше, одна очень быстро раскрутилась в Америке такая. И кепку разыгрывают. Ну, она то кепочку подарит, то кружечку, то маечку какую-то разыгрывает, понимаешь? Да. Ну ладно. Ну что, перейдем к условиям конкурса. И так как в последнее время в Ютубе блокируют у нас ссылки в комментариях, вот у мамы недавно был конкурс, да, что-то происходило у Кристины тоже последний раз. У меня недавно был, где-то полгода назад. Да, но уже были какие-то проблемы. Давайте не будем рисковать и сделаем так. Условия конкурса, естественно, поставить лайк этому видео, потому что вам нравится, когда я делаю конкурсы, правильно? Я еще продублирую, кстати, все под видео, обязательно посмотрите, если вдруг что-то забыли, не уловили, нужно прочитать. Поставить лайк этому видео, сделать репост этого видео в одной из своих соцсетей. Как это сделать? Просто под видео есть кнопочка «Поделиться». Нажимайте и выбирайте Facebook, Одноклассники или Контакт. Затем копируйте ссылочку на ваш репост и идете ко мне в Инстаграм в директ. Да, у вас обязательно должен быть Инстаграм. А если его нет, хороший повод его завести. Потом за уши не оттянешь. Согласитесь? Присылайте мне в директ. Участвую. И ссылочку. Я каждому участнику, как только пришла такая, буду открывать все сообщения, каждому участнику буду присваивать номер и записывать на листочке под номером, под каждым. Не переживайте, будет каждый, и в ответ на ваше сообщение в директ ссылочкой, что вы участвуете, я буду присваивать вам номер. Ваш номер такой-то. В ответ. Да, и себе записываю, что такой-то аккаунт в Инстаграме, вот такой-то у него номер. Все, у меня будет полностью список. Через определенное время дату я скажу тоже под видео, потому что не знаю, когда я выпущу это видео, сегодня или завтра. И в этот день мы проведем с вами прямой эфир рандомно. Я просто из, не знаю, например, из шапки какой-то вытащу номер. И будет победитель. Ура! Классно придумал. Как вы думаете? Я только думаю, что если, допустим, сколько там сотен может, допустим, появиться в директе, много. И тебе нужно будет бросить все свои дела и только этим и заниматься. Ты знаешь, нет, я не буду с утра до вечера. Конечно же, девочки будут голосовать, что-то писать. Вечерком я просто села, да? Я не думаю, что будет очень много людей, потому что на это способны, да, сделать такой маневр. Такой маневр. Не каждый на это способен. Ради такого подарочка можно сделать. Ради подарка и ради того, чтобы, блин, подписаться на меня в Инстаграм, понимаете, лишние движения какие-то сделать. И я хочу, чтобы это были люди, которым вообще вот это делать несложно. Они хотят, они готовы, они сделают. И мне кажется, просто это будет более честно. Во-первых, здесь хорошо, что будет один человек с одним номером. Понимаете? То есть это не так, что в комментариях, когда пишут много, участвуют, ссылки оставляют. Мама делает, и если 500 комментариев, даже не отследишь, правда, кто там один раз написал, а кто два раза. А здесь я уже сама отслеживаю, кто и что. Короче, надо попробовать так, чтобы не было у нас просто проблем в комментариях. Ну что, мои хорошие, для того, чтобы вы не запутались во всех этих маневрах, я все по пунктам напишу под видео в инфобоксе. Также будут ссылочки на моих девочек-красавиц. Заходите к ним, смотрите их видео, поддерживайте их лайками, подписочками. Ну, а мы с вами прощаемся. Да? До новых встреч! Я жду ваши ссылки. Та-да-дам! В директе в Инстаграме записываю каждого. Всем пока-пока! Спасибо, что с нами! Пока.